Привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я Жабка Бы на моем канале, и это новенький выпуск новостей для вас. Ой, ребят, ой-ой-ой, как же я долго этого ждал, я ждал это практически целую обнову, и вот оно пришло. Ребят, только давайте договоримся, прямо сейчас вы ставите лайк, подписывайтесь на канал обязательно, пожалуйста, давайте набивать больше подписчиков, больше лайков, и будет выпускаться больше новостей. Я, кстати, да, торчу до сих пор, инфу пробую. Короче, ребят, собственно, пришло кое-что очень важное, вы, наверное, уже увидели по превьюхе, по названию. Надеюсь, поставил лайк. В общем, сейчас я буду все рассказывать и показывать. Ребят, поехали, 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 поехали! Ну что ж, друзья, начинаем. Так, запись видео, погнали. Вот он я, стою такой красивый красавчик. И видите, кое-что на почте, то есть что на почте. А на почте пусть и врагов тоже полыхает. И это, знаете что? Это пылающий кулак, тепло моих рук для всех. Собственно, помните, я показывал давно, какой год, обнову назад, где чуваки там бегали с кулаками, которые горят. Вот, наконец-таки, у нас это тоже добавляют, уже очень скоро, по идее, уже завтра будет добавлено. Сразу скажу, я не знаю, откуда это, но я вам сейчас все покажу, просто максимально круто. Забираем, естественно, этот пылающий кулак. Если вы хотите так же, ребят, давайте набиваем, блин, я не знаю, лимоны на своих каналах, если вы ютубер, станьте ютубером, набивайте там 500 тысяч подписчиков, вам тоже, наверное, будут давать такие штуки, вот. Ладно, забираем. Опа! Опа! Вот он, красавчик. Пылающий кулак. Дайте я заскриню еще дополнительно для себя. Вот такой вот красавчик, сейчас еще в лобби поставлю, чтобы он... Вы видели? Окей. Также скриншотик дополнительно. Оп. Надеваем сразу на себя. И понимаем, что он не оделся на себя. Заходим в арсенал, естественно, в арсенал. Так, в кулак. И вот он. Да. Первый кулак, ребят. Вы понимаете, как же это топо? И он, кстати, подходит невероятно круто, подходит к моему сету. Кто согласен, что к моему сету прям вот, прям пушечка, как он подходит? Вот этот вот мой желтый костюм и вот эти желтые кулаки. Он так машет еще, по двоечку дал, все дела. Блин, ну это офигенно. Поставим его в лобби. Да, хорошо. Собственно, вот так вот он выглядит. Как я и сказал, я не знаю, где он будет, но это, мне кажется, максимально круто. Ребят, прямо сейчас вы увидите, как я буду убивать... Блин, офигенно же, ну это реально круто. Я не знаю, мне нравится очень сильно кулак этот. Вот вся вот эта тема мне безумно нравится. Сейчас вы увидите, как я буду убивать где-то, наверное, больше 40 игроков, чисто с кулака. Поэтому вам приятного просмотра. Если вы хотите так же, ребята, набивайте себе подписчиков, вам будет так же. А так, для всех... Наверное, это будет где-то за пополнение, либо в рулетке, я не знаю. В общем, погнали смотреть, ребят. Лайк не забудьте. Так, ну что ж, друзья, я уже как бы в каточке. И посмотрите, что тут происходит. Вот они, горящие кулаки. Кстати, они интересно отображаются там. А, там поясом отображается, понял. В общем, вот такие горящие кулаки у меня. Пам-пам-пам-пам-пам. Воу, какой эффект крутой. Просто невероятно крутой эффект. Вот это будет топа. Вот это сейчас будет пушечка, ребят. Просто пушечка. Ребята сейчас должны спуститься. Я их должен поубивать. Вы посмотрите на эффекты, посмотрите на эту прикольную тему. В общем, сейчас будет такой. Мне еще интересно, как он выглядит все это при полете. При полете, мне кажется, это тоже должно быть топово. Мы должны спуститься на Бимасаки. Куда-то туда, в ту сторону, и все встать. И они должны будут умереть, ребят. Вот такая вот идея у меня, чтобы вы посмотрели детально. Я еще потом с комнаты прокручу там, как я летаю, все дела. Ну, вы поняли. О, меня аж подлагивают от такого количества игроков. Жесть. Во-во-во-во-во-во-во-во-во, подождите. Вот так вот это выглядит, ребят. Вы посмотрите, как это выглядит. Не знаю, как вам, мне безумно нравится. Офигенно, офигенно, просто офигенно. И они все спускаются, по идее, да? Да. В общем, сейчас спустимся и начнем просто метузить всех, просто убивать, как убийцы и все дела. Вот они, ребятки. Все отлично, просто все супер.
Пока они там выстраиваются в ряд, ребят, я сейчас зайду к ним в Discord, поговорю с ними, и мы продолжим запись. Ну вот это вот топово выглядит, ребят. Я хотел это поставить в конец, но подумал, что лучше сначала посмотреть все это сверху, а потом от моего лица, как от игрока. Ребят, собственно, сейчас будем смотреть реплей. Да, у меня есть функция реплей, я могу смотреть реплей, как там играли игроки. В общем, нажал пока что на паузу, и как я убивал игроков со стороны, как наблюдателя, как сверху, как на турнире. Собственно, вот так вот это будет все выглядеть. Давайте посмотрим, давайте вот включим. Я там помахал вначале. Посмотрите, какие эффекты. Просто посмотрите на эти эффекты. Это прям максимально топово. Это же, не знаю, как вам, но это мне безумно нравится. Не знаю, конечно же, я эмоцию. Дальше там гидра будет. Ну, будем потихонечку двигаться, и вы все посмотрите вот просто сбоку. О, ребята, просто лайки ставим, я не знаю. Это должны быть лайки, обязательно. Блин, ну кулаки очень топово выглядят. И, собственно, поехали. Раз. Ну, давай, я буду бить там. Оп. Так, оружие скинул, и погнали всех убивать. Один убежал у меня, да-да-да, вот этот вот игрок как раз-таки, и тут я пошел. И посмотрите, вот реально эффекты выглядят классно, вот эти вух-вух-вух. Это реально прикольно, не знаю, как вам, но мне безумно нравится, как это выглядит. Собственно, это реально прикольно. Кстати, эмоции, когда юзают, вы в курсе, что, типа, хитпоинт, ну, хитбокс, вот это смещается, как ваш персонаж двигается с эмоциями. Вот, я это только сейчас заметил, понял. Ну и, собственно, я тут убивал, эффекты вот мы видим. Ну, не знаю, как вам, мне офигенно, мне нравится. Мне особенно нравится звук, его вы сейчас, по идее, не должны слышать. Но когда вы будете смотреть уже от лица от меня, вы уже сможете это услышать полностью. Потому что там уже, ну, типа, я записывал со звуком, с эмулятора. А тут у нас просто ПК-клиент. Ну и, собственно, тут ребята юзают эмоции, видите все их никнеймы. Спасибо, ребят, что пришли, не подставили, ничего не делали, там, не косепорили. Просто снялись в ролике, это офигенно. Спасибо, ребят, большое. В общем, сейчас досмотрим. Просто всех убиваю. Пум-пум-пум. Просто, ребят, жаба сделал 47 кило, типа такого. Давай. Чуть-чуть осталось. Вообще, чуть-чуть осталось. Я, по идее, паран должен подобрать сейчас, случайно. О, паран. Видите, я паран подобрал, а у меня руки горят до сих пор. Вот это вот самое, мне кажется, прикольное. Ну и, собственно, все уже под конец подходит. Да. Все, чуть-чуть, пам-пам-пам, и вот он я, машу. Собственно, вот такая тема, а теперь погнали смотреть от лица уже меня, как я уже это все делал, как я уже всех убивал. Погнали, ребят, лайки обязательно поставьте, пожалуйста. Так, ну что ж, друзья, вы уже готовы? Надеюсь, готовы. Это будет жестко, будет максимально жестко. Я уже вижу, что они там, вот смотрите, какая тусовка, просто какая тусовка там. Это просто жесть. Ну что, погнали? Они тут все эмоции за... Все, погнали, let's go. Стеночки все поставили, там что-то... Ой, откуда у них уже стенки? А, пингвин, понял. Короче, сейчас пробегусь рядом с ними. Тут Артушка, Алмаров. Что ты там бегаешь? Офигеть, вот их сейчас всех буду убивать. Наверное, начну отсюда. Я не знаю, ой, это сейчас жестко. Уля-ля. Сейчас тоже эмоцию завязаю. Сейчас, так вот сделаем. Эмоцию вязаем, так. Все, чтобы они понимали, кто здесь батя. Погнали, ребят. Собственно, кулаки, тестим кулаки. И, ну, это будет жестко, ребят. Я надеюсь, вы лайки свои проставите, потому что, ну, это будет прикольно. Погнали. Куда ты уходишь? Эй, он убежал! Фа, просто. Офигеть! Окей, была. Офигеть! Ребят, ну вот это лайки, вот это лайки. А чё я его не могу убить? О, все. А, хитбоксы там не работают просто. О, плюс еще килл. Офигеть! Ну и последние остались. Кто там еще пришел? Гости сейчас. Ха-ха, ребят, лайки завозим. Ля-ля! Просто все, убивай просто всех.
Пипец, вот это вот эмоция, имба. Буя! Все, вот они, кулачки. Ребят, как вам эффекты? Не знаю, мне безумно нравятся эффекты. Вот это вот все кулаками, когда ты машешь, там такие звуки другие уже. Прикольно, реально огненные кулаки, чувствуется это. Офигенно, офигенно, топовую тему сделали Гарена. Давайте выйдем отсюда уже. Сейчас, секундочку. Так, выходим. Угу, так давайте, давай. Все, вышли. Все, давайте. Вот они, вот эти самые кулаки, ребят. Это просто мега офигенно, мега круто. Мне безумно нравится. Не знаю, где они будут, обязательно берите их все в коллекцию, потому что это реально прикольно выглядит. И они у вас будут постоянно светиться. То есть, даже когда вы оружие возьмете, они у вас будут светиться. Это круто. Вот, в принципе, все. Спасибо ребятам, которые помогали мне сниматься в этом ролике. Вот, все вот это заснять, потому что их собрал буквально за минут 20. Спасибо Грандбою, который организовал эту всю тему. В общем, всем спасибо, кто участвовал в этой теме. Можете в ТикТоке себе записывать видосики с этими кулаками. А с вами был я, Жабка. Знаете, что вы самые лучшие, самые топовые. Ждите завтра новые новости. И всем удачи, всем пока. Пока, ребят.